Так. Марка 10, 10 марок. Вернее, феннингов, а не марок. Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас выходной. Что-то суббота или воскресенье, что-то я не помню. Короче, выходной какой-то. Мы решили прогуляться. Сейчас вот по лесочку чуть прошлись и идем на наше место. Сейчас через овражек сюда и наверх пойдем на наше место. Вот. Но перед тем, как начну съемку отчета по копу, хотел бы вам порекомендовать магазин металлоискателей у деда Мити. Это мой товарищ, давно с ним знаком. Кому нужны приборы, или купить, или поменять, там пинпоинтеры, в общем, вся сопутка. Так что обращайтесь, ссылки все будут под видео в описании. Добавлю, смотрю, как, в общем, добавлю, может быть, где-нибудь скрин интернет-магазина, как выглядит. Также есть магазин в Подольске и страничка ВКонтакте у него. Ссылки все оставлю в описании. Заходите, интересуйтесь, смотрите. Ну, и надеюсь, что-то приобретете, какую-то для себя обновку у него в магазине. Можете сослаться на мой канал. Может быть, будет какой-то даже бонус, скидочка. Все, ну а мы приступаем. Дуб такой, да, зачетный вообще. Вот в камеру смотришь. Ну, как бы, да, такой. А там охренеть. 4 охвата. Дубешник. Забрались в деревушку посмотреть. А здесь что-то все заросшее тоже. Пока не можем ничего найти толком. Одно место, где дом стоял, там все деревьями завалено. Место, конечно, знатное. Клены вековые стоят. Как аллея, как будто была. Ладно, сейчас посмотрим. Может, что найдем. Так, вот нашли фундамент. Сейчас немножко расчищаем. Такими деревьями зарос уже. Вот я здесь расчистил. Получается, как бы край. Вот видно кое-как, кое-где, вернее, бут. Тут, похоже, угол. И пошел туда. Сейчас будем пробовать. Немножко приготовимся. Ну там, по-моему, печка, наверное, лег прям. Видишь, там куча, навалена. Срубить, но прям камни идет туда. Не, я говорю, вообще, говорю, тут здесь, по-моему, печка вот как раз. Все, приступаем. Так, идем вдоль стены. Вот стена. Проходит фундамент. Пока вдоль идем, а тут у нас все заросшее. Алексей там он пока по капушечке делает. Ага, матерится. Нет, там комары его, там муравьи подмолаживают чуть.
Сегодня погодка хорошая. Да. Ага. Вот как-то так. Ковыряемся потихоньку. Вот монитосик. Более-менее приличный появился. Не считая совдепа. Ну, в такой впадинке. Без окислов. Николай Первый. Копейка. 1855 год. ЕМ. Ну, приличный монитосик получился. Итак, как ни странно, вот я на отвале нахожусь. И вот что-то на такой глубине. Вот такая монетка появилась. Копейки. 24-ю. Ну, я подозревал, потому что здесь 2-3 домика. Такие чуть немножко подзапоздалые. Скажем так, перед войной они. Не знаю, по какой причине, в общем, пропали. А так деревушка очень старая. И тут буквально 2-3 домика. Может быть, я как раз на один из них наткнулся. А историю умалчиваю, кто ж его знает. Ну, посмотрим по сопутке. В общем, такая монетка на такой глубине. Ну, с охраной, думаю. Да, видно, что с охраной у нее в этой трешечке 24-го года довольно-таки бодрый, веселенький сохранчик. Монетка, в принципе, не редкая. Гуртик у нас гладенький. Но тем не менее она стоит каких-то денег. Эта монета. Вот такие дела. Ну, а мы продолжаем. У нас пятнашечка, 50-й год. Без них никак вообще не должно обходиться. Да еще 50-й. Что-то смотрю на них, они прям поднадоели, если честно. Смотришь, блин. И понимаешь, вот что с ней сделать, да? Как по идее. Так. Марка 10 марок, вернее феннингов, а не марок. С колосками. Ходячка тоже, да? Ага, ранняя. Типа. Угу. С утра штаны одел, они как раз были, а сейчас уже спадают. Похудел же? Конечно. Ну ты даешь. Мне уже на работе, говорит, Леха, ты похудел. А ты как хотел. Сегодня мелочевочки. Да ничего, что. Еще десятник. Все, сейчас домой собираемся. Так, ну что, немножко покопались. Время утро. У нас 8, да? Да, 8 утра, но мы уже домой едем. Так что мы так чисто, наверное, размялись. Ну да. Здесь такой храм у нас.
Церкви. Трава еще поросла, конечно. Много надгробных плит. Все это старинное. Сейчас немножко пробежимся, это надо уже уезжать. Вот очень интересный экземпляр. Сейчас не разобрать здесь, что написано. Так здесь, смотрите, с узорами все. Такая плита надгробная. История. Где-то здесь могилки знатных людей, скорее всего, раз такие резные вещи. Еще один экземпляр. Тоже такой весь резной. Со всех сторон там все написано на нем. Все в надписях. Попробую заснять, потом, может быть, прочитаем. Еще вот одна плита. Здесь наши копатели отметились, естественно. Самолетик полетел. Отметились там, он нарыли. Мы сейчас вот вокруг обходим. Здесь, по идее, все в плитах. Тут еще масса построек была, забор вокруг был. Прям вот так вот шел. Здесь был погост. Небольшая такая экскурсия. Немножко покопали. Тут я, наверное, просто сейчас не найду одну плиту. Хотел вам показать, она очень интересная. Ну и, скорее всего, наверное, сейчас не найду здесь. Не помню, с какой стороны она где лежала. Итак, на сегодня закончили мы. Небольшая такая разнообразная поездочка вышла у нас. Движемся домой. Времени много у нас. Осталось, дела надо поделать. Надеюсь, вам понравилось.
Говорим до свидания этому месту. Все, ну и мы с вами прощаемся. Увидимся в следующем видео. Не забываем подписываться, делиться с друзьями в соцсетях, комментировать. Ну и все такое. Всем удачи, здоровья и благосостояния. С вами были два Лехи. Пока-пока. Итак, дамы и господа, сейчас собираемся домой уже. Немного покопались. Надо дома еще дела поделать. Ну, короче, домой собираемся. Вот. Находочки.